Итак, друзья, снова приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War за Русь на максимальной сложности. И сейчас мы думаем, как уничтожить монголов. С экономикой порядок. Так что можно особо не беспокоиться. Можно особо не беспокоиться и потихоньку развиваться. Так, что-то здесь у нас не очень людям живется. Может быть, столице объявить какой-нибудь Караков? Хотя пока не надо. Хотя можно, почему нет? Да, вроде бы здесь везде... Хотя вот в Москве не очень, да? А в остальном везде более-менее прилично себя люди ведут. Столицу перенес поближе для того, чтобы у нас, соответственно, меньше бунтов было. Да. Так, о, нифига себе, монгольский флот. Докуда водоплыл? Так, опять на Рим, да, опять. Вот вы все не уйметесь, вам все мало. Сарацинус. Какой-то сарацинус. Кого убить? Тебя. Весь ваш народ еретики и нечестивцы. Все эти крепости надо захватить, безусловно. Черт, забыл. Я не хотел вам ходить. И с монголами забыл походить, блин. А вот это уже не очень. Все-таки Венецию хотелось бы захватить. Даже выкуп не смог заплатить. Надо немного все-таки оставлять денег на конец года. Так, вот они тут, вот здесь вместе держатся. Специально, конечно же. Так, на соединение. Ага. Так, и вот этих ребят сюда. Вот у нас есть полноценная армия, в принципе. Но это уже остатки монгольского
войско. Вот, в принципе, всех разворотили, победили. Так, давайте мы вас долбанем. Мы вот вас. На соединение идем. Так, а чё? Ну тут армия не маленькая всё-таки. Всё-таки не маленькая. Ну, монголов я уже почти разбил, в принципе, да. Так, вот тут у нас полностью почти укомплектованные армии. Правда, блин, их потом же никуда не применишь, придется всех расформировать. Ну что, нападем на них. А мы что, воюем уже? Я даже этого не знал. Мы уже воюем, нифига себе. Порубить их на куски. Что-то не хватает. Не хватает совсем чуть-чуть. И тут не хватило, ну. Вот так. Пока что встретились мы с тимуридами. Думаю, неплохо. Для начала. А, блядь. Опять мисклик. Что тут у нас есть? Есть пушки, да? Но они нам сейчас, не знаю, пригодятся, нет. Надо как-то туда перебраться, перебросить свой флот. Как-то надо. Так, можем ли мы Венецию штурмовать? А что делать? Нам нечего больше. Так, на ремонт. Денег-то хватило, но... Блин, так себе, так себе. Я как раз там крепость хотел сделать, но... Опа. Так, а мы сюда. Отлично. Ну все, я смогу миланцев отсюда выпнуть.
Все-таки им нам, им не устоять перед нами. Только единственное, что здесь сделаем крепость, и тогда они уж точно не смогут пробраться к нам. Хотите со мной побеседовать? Отлично. Что у нас здесь? Потихоньку Вена и женщины достанутся мне. Умирает от голоду. Потихоньку. Полегоньку. Ну, мы и не торопимся. Так, здесь надо лавировать и выйти на Тулузу. Денег категорически не хватает. Соединим войска, получим хорошую армию. Единственная проблема Италии — это то, что тут нету крепости. Ну, Палермо разве что, конечно, и на островах крепости есть, да. Но мне тяжко сейчас флот делать, и так не до него пока что. Да. Вот всегда такая штука случается. Надоело уже, если честно. Сколько раз я его убил. Изложите ваши условия или убирайтесь. Инсбрук надо обязательно захватить. Вот 10 к 7. Вообще-то у нас 10 к 7. Соотношение сил. Ой, тимуриды дошли до меня. Прикольно. Хотя и не очень. От слова нет. Так, что я тут могу сделать? Я могу разбить их. В принципе, да, почему нет? Ого! Ребята, зачем же так? Хочу создать хороший флот, ну их нахрен. Так, вот и пушечки подоспели. Вот и пушечки. Угу. Может быть, я каким-нибудь способом Флоренцию захвачу. Тем временем войска делаем. Вам не место в этих водах. Сделаем кораблик здесь сделаем еще войска и пойдем Тимбукту захватим, Арген, или как этот Пурген называется там. Вот, в общем, всех их там захватываем, поубиваем.
ты, Хусейн, блин. Благочестивый. А, вот еще подкрепление к ним подошло. Так. Но мы не дадим им пройти. Вот таким образом надо воевать с тимуридами. Вот, кстати, это наглядный пример тактики крепостей. Наглядный пример тактики фортов. Называйте как хотите. Суть одна. Это охуенно. Вот такая у нас вещь существует. И ею надо пользоваться, потому что у меня был ролик на эту тему, но некоторые люди сказали, типа, что за фигня, это же не работает, типа, как так? Вот я показываю, как это работает. Вот так это работает. Я просто тимуридов закрыл здесь. С монголами это также здесь работает. Но я уже 1000 раз показывал, как работает эта тактика. Вот. Ну, на его убийство, так скажем, можно отправить конный отряд, пожалуй. А сами вернемся и будем добивать всех остальных. Все, земля русская становится чистой, кристально чистой. Так. Деньжата прибывают, но не так быстро, как мне хотелось бы. Ух ты, тут уже сколько торговцев умерло от старости. Ладниссимо. Давайте заканчивать этот ход, я думаю. Так, а мы вот сюда встанем. Милан бы захватить, и тогда все, конец этой стране. А что? Откуда вы? Зачем вы? Зачем вы пришли? Ну? Придется мне все-таки хорошую армию подвести к ним. Сеансы, вы серьезно думаете, что вам это поможет? А вот англичане мощные. Я даже думаю, Брюги оставить лучше, потому что это слишком тяжко будет. Тут как тут, естественно. Но знаете, тут еще у них не так много войск, как в этом, во имя Total War. Ох, ни хрена себе, ты с кем решил повоевать. Так. Да
похрен на ваш этот кан. Давайте соединим все войска, какие только можно, и мощным ударом долбанем против него. Поэтому Хусейну благочестивому, ну да, конечно, поражение. Ух. Смехотворно, конечно. Так, что мы можем тут? Перегруппировка. Перегруппировка. И создание войск. Ребята, мятежников надо убить. Вы этого не сделали. Вы лохи. Так, и кто у нас тут? Понятно, ополчение. Против дружинников не справилось. Мощь. Просто мощь. Так. Направляемся сюда, а здесь похуже сделаем. Так, о, неплохие торговцы идут. Неплохие. Правда, маловато на самом товаре получается. Не знаю, наверное, надо уже выступать сюда. Если чё, конницей догоним, правда, без полководца выступать не очень хочется. Опять вы здесь. Так, ничего не остается, кроме как приступ. Отойдем от греха подальше все же. Ух ты, сколько пушек у меня набралось. Так, ну этого-то хватит. Уга! Да, хватит. Конечно же этого хватит. Ой, блин, опять чума, чума. Везде одна чума, только чума и чума. Долбаные мисклики. Вы хотите исправить свои ошибки? Да ёбаный ты, да... Чё, как? Кайзер будет гордиться моей победой. Кайзер твой нахуй идёт. Мы его порвём. А
наш спор разрешит только сталь мечей. Да, вот это действительно, это мощная армия. Против такой, конечно, ничего не сделаешь. Я был неправ. Так, лады, есть у меня какая-то вот такая армия, типа. Здесь мы монголов убиваем. Ты чё, браток? Хочешь, чтобы против тебя отправили кого-то получше? Ну, в принципе, давай. Так, закрываем их. И вновь и вновь делаем войска. Так и что у нас здесь во имя есть? Ничего хорошего. Пока что ничего хорошего, но в будущем все изменится в нашу сторону, естественно. Так, вы высадились, да? Здесь у нас еще тоже есть войска. Ладно уж, надо пропускать ход. Черная смерть-то до конца не прошла. В некоторых городах она до сих пор. Ну, 129 человек я им задолбил. Черт, кораблик. Давай, браток, давай. И вы здесь. Ну, по крайней мере, они не дошли до нас. Если засада, я должен был, если я выступил, я, наверное, должен был отступить. Куда это? Ёба, ты дебил? Ты куда отступаешь? Не, если это компьютер, он, конечно, там отступит вплоть до Багдада куда-нибудь убежит, а тут нет. А, вы решили сразу нас атаковать, да? Видимо, у них... А, у них же орудия на слонах. И все в таком роде.
ничего, их армия только становится меньше. Наша же армия бесконечна. Да, свет. Да, ребята, Лиссабон — это отличное место для крестового похода. Я согласен с вами. Только надо этот Лиссабон, блин, самим бы захватить, и вот тогда бы крестовый поход обломился. Ох. Тогда, наверное, иду на Марракеш. Да, пойдем сначала на Марракеш, а вот потом захватим Лиссабон. Крестовый поход обломится. Ну или крестовый поход по-быстренькому закончится. Уж не знаю, как в итоге получится. Ребятушки, но как-то в итоге выйдет. Так, пушки соединяем. Да ну сколько тут еще? Так, более-менее какая-никакая армия. Здесь надо завести их в город. Хотите отдать мне приказ? Так. Ну что, сразимся? Коги против Хольков. Ну да, я согласен с тобой, да. В принципе, я должен был проиграть. Согласен. До свидули. Мы вас порежем. Так. Оп. Хотя давайте конницу. Братан, так делать нельзя. Ты даже после такого мне никакой не братан. Совсем. Так, и что мы здесь делаем? Переобучаемся. Ну конечно, теперь у них в Инсбруке будет до хрена армии. Еще скажи то, что я сейчас проиграю. А ведь он скажет. Так, один ход, и Вена будет сдана. Что тут у нас Флоренция есть, да? А есть ли у нас пушки? В принципе, есть, только их надо сделать. Нет, я не так хотел. Ну, примерно вот так. Эту армию надо переправить сюда, все это. Так, ребята, на этом эта серия закончилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч.